По указу президента медалью ордена за заслуги перед Отечеством награжден Павел Курочкин. Большую часть жизни он работал водителем. В 2006-м принимал участие в строительстве аэропорта в Якутии. Масштабные работы шли почти 6 лет. Командировки длились месяцами, работали без выходных. Рассказывает, трудился не за награды. Главное, что теперь современным аэропортом пользуются тысячи людей. Я считаю, что, наверное, каждый человек, он... С самого верха, допустим, от президента до самых низов, должен отдавать всего себя труду. Тогда и государство российское будет процветать. Почетный знак за труд во благо земли Самарской получили больше 30 человек. Особенно глава региона отметил достижения работников космической отрасли. Они справились с задачами, которые стояли перед ними в связи со строительством космодрома «Восточный». «Прогресс» удачно завершил программу запусков. Предприятие имеет самую многочисленную за всю свою историю орбитальную группировку спутников. Такого количества космических аппаратов не было и в советское время. Успешная программа, на этом, в основном, прежде всего, самарцами. Это, конечно, очень много говорит о численности спутников. Это и мощь государства, это и обороноспособность государства, это и экология, это и погода, это многие-многие составляющие нашей сегодняшней жизни. Здесь решается сразу целый спектр проблем, исключительно важных поставок. Вся техника, которую мы производим и которая штатно летает без замечаний, ну, это оценка всего коллектива, она понятна, она у всего мира на виду. Перед космическими предприятиями стоят масштабные задачи. Надежды возлагают и на молодых ученых. Так студенты Объединенного вуза уже работают над проектами пилотируемых спутников. За последние несколько лет в области утверждено больше 50 наград. По мнению губернатора, такие знаки внимания важны для каждого, кто честно трудится. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, «События».